Они приходят на помощь к совершенно незнакомым людям, добровольно окружают вниманием самых незащищенных жителей нашего округа – инвалидов, одиноких пенсионеров и многодетные семьи. В условиях пандемии коронавируса волонтеры вызвались помочь медикам, а также гражданам, которые болеют COVID-19 и находятся на самоизоляции. Волонтеры – это все-таки особенные люди. Почему они особенные? Потому что у них сердца наполнены такой добротой, которой они хотят делиться с людьми, хотят помогать и заботиться о каждом, кто не может позаботиться о себе. Житель нашего округа может быть спокоен. Он может понять, что если он останется один и будет в преклонном возрасте, что у него есть мы, и мы ему обязательно поможем. Сейчас в волонтерском штабе муниципалитета и рядом общественного движения «Волонтеры Подмосковья» работают более 30 человек. Со Всемирным днем волонтера, который отмечается 5 декабря, их поздравил глава муниципалитета Алексей Спасский. Благодарственные письма главы и памятные подарки получили более 20 человек. Пожелать можно только здоровья, потому что, ну, хотим или не хотим, здоровье сейчас, оно самое главное, да, и не утратить вот этого оптимизма и не утратить той щедрости душевной и готовности ей делиться с окружающими. Спасибо вам огромное, человеческое. Вера Сергеевна Мандрыкина из поселка Володарского уже 25 лет занимается волонтерством и приобщает к нему молодое поколение. Без волонтеров я не могу жить. Это та стихия, возраст 15-18 лет, с которыми мне очень удобно работать. И без них ни я, ни они, мы целая одна команда. Несмотря на свои слегка за 60, Вера Сергеевна вместе с ребятами из волонтерского клуба «Бумеранг» сейчас помогает медикам в амбулатории Володарского. А по вечерам волонтерит на акции «Щедрая корзина». Ее юных соратников Никиту Забродина и Злату Белозер также отметили наградами. Нуждающиеся всегда есть, нужно всегда кому-то помогать. И добрые дела – это всегда плюс людям служит. Всегда есть кому нужна помощь. Каждый день волонтерский штаб «Мы рядом» поступает в среднем 30-35 заявок. С начала октября их уже выполнено свыше 500. Ребята справляются, но рук, как говорится, не хватает. Если вы хотите стать волонтером, сделать это очень просто. Достаточно написать на страницу волонтерского штаба в социальных сетях или позвонить по номеру 8-925-120-39-30. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.